хромает, да. На стрёме все нужно. Не вырубил. На место поставил его это голову. Отходи, блин. 20 секунд. Отходи, отходи. Сейчас аккуратно. Наверху. Ближе. Еще давай. Ну, не страшно. Не успел он. Сигнал почему-то не продудел, да, об окончании? Продудел. Продудел. Как раз во время броска. Я знаю, что время остановилось, но не слышал этот сигнал. Как он смотри, чуть не стал добивать, да, интересно, потонулся. Ну, вот посмотри, что за Томпсон такой в жизни. Интересно, в пятом раунде, как он себя будет вести, если вообще дойти до этого. Да, если получится. Ух ты, блин, крутанул. И так надо заканчивать. Так, шоу. Грандиозной щедрости. Раздачи. Пирогов. Слышь, хочешь зацепиться? Вертушечку. Оп, красавчик, давай. Есть. Нормально. Ну а что, все это? Да, все, финальный, последний бой в карьере. Сейчас ждем, что покажет. Молодец, 50 лет, гибрец. Прямо это, да, хорошо, хорошо. Что-то помучился, да, ты с ним? Ну, с ним интересно, он такой... живчик. Лишний раз он добивать не полезет. То есть вот в этом. Чё, прикол компьютера, да, получается. Я заметил. Он и не просто. Он всякий ударник и борец, да, по всему может. Очень это забавный. Универсальный боец. Ну, здесь ты ему наказал, да, за все болячки. Ну-ка. А ждем результат. Супер, какой пояс дадут.
Ебать, если им по полтиннику, то этому рефери, бля, сотка, что ли, блядь, смотри, какой уже, тот он выглядит так, понимаешь, как Франкенштейн, блядь, их там в рабстве держат просто. Белый Дана. О, Дана вышел. Так. Все, постряхивал, поболтал. Бля, там два поколения родилось, пока он бьется. Ну, нет, конечно, не бьется, пока сколько ему лет. Пока бьется, как раз одно поколение выросло, блядь, 25-летнее. Потому что у него дети там. Там чисто, может, его фанаты, 70 миллионов человек, наверное, на него посмотреть. Так, ну-ка. Ну-ка, что тут? 1% здоровья. А, 0% вообще. 3 ляма, да? И сколько? 74 миллиона, 75 фанатов, родников. Бля, до 75 миллионов. Какой фанатов? Ноль. Чуть-чуть денег не хватило, да, до 75 или Монтеса. Что? 75 тысяч, бля. Ой, отставить. 75 миллионов? 80, нет. Там сейчас чем-то 4 миллиона. 120 там с чем-то тысяч долларов. Никто не может драться вечно. И Антон тоже устал. Были рамсы. Были движухи. Ты это убил разве, нет? Да что-то их как-то особо и не припоминаю. Эти мимо проскочили, да. И все? Это все, что... Вот по возрасту. Ма. Ма. Спорт из... А, ММА. Экран почему-то это, прикинь, ММА, спорт изнурительный. Все? Ну-ка. Феррисон покидает ММА как величайший боец всех времен. Ну-ка, призовы. Поитые давно? Ушел по возрасту. Старый стал. Да. Урон живучести. Что такое? Центр карьеры. То... А из центра карьеры что будет здесь нажать? Бой больше не разрешат провести? Карьера завершена. 8-9, так не получилось. А ну, Сергей Сергеевич, поздравляю. Прошел ты Антоном. Ну, предлагаю начать новую карьеру. Не прямо сейчас, конечно. Вот, а потом начать на самом тяжелом уровне. И у нас есть замечательнейший вообще пример, созданный боец СКК вместе. Не, ну лучше девахами начать. Таким крутой. Давай выбери ту лысую просто. Вот ради прикола. Ты имеешь в виду в карьеру? Да. Начать карьеру за девчонку, там, которая, помнишь, лысая, круто дерется, которая. А, на Маюнас? Возможно. Самая легенда, давай. Что-то, стоп. Без перезапуска индикаторов бойцов. Реванш повторно отключены. Нихуя себе. А ты Антону какую норму выбирал? Да. Да, ну это жизнь, давай легенду, это жестко будет, интересно. Самое сложное? Да. Она будет сразу. А, ну вот и предлагают. Наилегчайший вес. Легчайший вес. Наилегчайший. Давай, да, 52 килограмма. Ударник, бузила, всесторонний. Всесторонний. А, чтобы это создать. Да, это где этот можешь-то быть? Ну, наилегчайший выбирай, и выбираешь стиль, кто будет. Вот, видишь, написано. Скорости. Ты, Тони, выбирал ударника? Выбери всесторонний. Бороться ты же научился. Вот, то есть, по всему моду. Кого нам сейчас? Кого вообще дадут? Чего тут создавать надо? А где? Ну-ка, ну-ка. Значит, импортировать бойца. Стой, нет, ну, стой, ноль. Импортировать бойца, да. Да. Легенда. О, убирай в чат.
Fighter 2. О. Вот она сразу. Вот она. А какие еще есть? Ну, и, в принципе, лысик нормальный тоже. Валентина Шевченко там есть. Только лучше нее, да, может быть? Розена Майонс. Ну, забавно, девчонки, они там прыгают, да, там легкие такие дерутся. Сейчас первый такой поединок будет. Уличный. Вообще прям там самый-самый. Какое-то заведение там непонятное. Не, вот смотри, какое заведение. А, это представление, да? Представление. Просто? Что ожидается? А вот и Томпсон. Она что ли? Ну, сейчас была она. Что-то жесть какая-то. Какой такой киборг. Нет, так, конечно, лучше было Валюху брать, ну ладно. Я и забыл совершенно. ВФА, да? Младшая лига. Давай. О, нету этих, понял, что? На профи драться прикольно. Что-то на профи как-то тяжеловато. Короче, даже подсказок нет никаких. А, есть. Но их можно отключить. Это будет еще интересней. Ну, если уж дают, тренируйся. Ну что, если проиграю, скажешь, что карьера закончилась, не начавшись. Я так предложил просто, потому что круче, как у тебя. Ну, по идее, если не будет реванша, то сейчас это, да, карьера закончилась. Продолжим, да. А, нет, все равно дали возможность. Продолжить дали возможность, но не заново сразиться. Ну, значит, это видишь, что. Независимо от выигрыша, проигрыша, все равно переходит. Выше нос. Шире рот, и все будет хорошо. Но мою нос повезет. Очень удачное начало. Кто там? Просто выбрать интересно. И видишь, сейчас так это за несколько минут. Карьера за. Да. Андеркард неизвестный. Арасон. Очень слабый ажиотаж. Давай Арасон. Эту. Вот такую, да, хоть иначе. Симуляция жизни. 100%. Зал подвал. 3000 баксов. Так, у нас 5600. И так самую крутую бери. Сразу. Денег потом будешь там не потратиться. Так, ну, так все. 3000.
вот и совершилось чудо приема, да.